Рязанская нефтеперерабатывающая компания накануне Дня охраны окружающей среды, который ежегодно отмечается во всем мире 5 июня, организовала акцию «Чистый воздух, вода и почва». Все желающие смогли посмотреть, как ежедневно заводские экологи проводят исследования объектов окружающей среды. Это почвы, атмосферного воздуха, сточной и природной воды внутри завода и в районе санитарно-защитной зоны предприятия. У нас есть программа производственного контроля. Работа нашей экологической лаборатории круглосуточная, непрерывная. Производственный экологический контроль включает в себя как мониторинг состояния атмосферного воздуха, так и работу очистных сооружений. Контроль за состоянием поверхностных водных объектов в районе воздействия нашего предприятия. Результаты мониторинга ежедневно отправляются в главную геофизическую обсерваторию имени Ваейкова для анализа, обработки и внесения в Государственный фонд данных Росгидромет России. Исследование проводится в заводской экологической лаборатории, которая имеет лицензию в области гидрометеорологии и аккредитацию в национальной системе. Для этого используется более 80 высокочастотных измерительных приборов. Для более оперативной работы лаборатория задействует собственные передвижные экологические посты. Передвижной экологический пост, значит, представляет собой машину, которая оборудована специальными приборами, газоанализаторами для определения сероводорода, аммиака, фенола, окислов азота и сернистого газа в атмосферном воздухе. А в этой лаборатории проводят исследование воды из реки Листвянка на содержание в ней растворенного кислорода. Это очень важный показатель, который показывает, что в водоеме отсутствует кислородное голодание. Мы видим, что растворенный кислород равен 5, что находится в норме, 4,8-4,9. Это значит, что в водоеме нет кислородного голодания, и он находится в оптимальном состоянии. Ежедневно на нефтезаводе выполняют более 100 анализов качества воды и почвы. 4 раза в сутки ведется контроль за качеством атмосферного воздуха. В рамках обеспечения экологической безопасности Рязанский нефтезавод также реализует проекты по ликвидации исторического наследия. Работает над улучшением системы экологического менеджмента. Первым в Рязанской области освоил мировой опыт переработки строительных отходов и вовлечения их во вторичное использование. И кроме того, многие годы поддерживает экологические проекты школьников и сотрудничает с Окским заповедником.